А ось підвал в одному з будинків Бучі. В одному приміщенні окупанти влаштували собі казарму. В сусідньому ж розстрілювали мирних мешканців. Їхні тіла і досі тут. Это все наше дело. Половина не целая вообще. Там вон была детонация в углу, она горела. Это нормальная артиллерийская точка, это школа. И спишь в этом. Вот тут спишь, вот тут срёшь. И тебе нравится так. Ты же русский Иван. Русскому Ивану такое и надо. Вот так вот. И вот мой подъезд. Школа. То, что осталось. Ну, а это, конечно, да. Вот.